Собственно, благодарю вас. Только что по ходу мы подвели итог нашей работы в широком составе и обнаружили, что мы немножко отошли от правительственных вопросов, но возместили наш долг и обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений, социально-экономических вопросов. Я не потому, что на злобу дня, но я искренне благодарю вас за то, что вы нашли время. Поздно вечером, уже 8 часов, а мы сидим тут, работаем. Но зато все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию. Как договаривались, вы сказали, что оценят. Ну, оценивать, конечно, будут по результатам нашей работы, но в целом, если посмотреть на то, что в этом году, в прошлом году уже на 30% рост товарооборота, это все-таки это конкретная вещь. Это рабочие места, заработные платы для людей. И в этом году мы можем выйти на 40 миллиардов. Послушайте, это большой, серьезный очень объем. Промышленная кооперация в разных областях, сотрудничество в области сельского хозяйства, поставки взаимные сельхозпродуктов – это же все-таки ключевые вещи. Ключевые вещи. Кооперация промышленная. Мне кажется, что это очень важно. Перевозки, транспорт. Ну, в общем, в целом, мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной.